Все. Нет, все. Thank you.
Да что тебя? Thank you.
Я бы сказал, что да. А, вот. Два-два. Да, там же прямо за ними упал. Я как раз не успел сбоку дойти. Да ё-моё! Thank you.
Voi! Что есть, Эдди? Что-то пока не идет. Не идет. Вот это надо ходить до балла. Чего он забил сына? Нет, двойной очок. Нет, двойной очок бегу. Просто выиграли еще до того, как Валанч упал. Вот, девочка, что такое? Ну ты на ней перетянул ракету. Нет, она как была такая. Он на ней, видишь, еще юноша. Вложил его в лапу. Как раз туда. Так, сколько еще? 7-12. Не выключай пока. А я не собираюсь? Понятно. Понятно. Это вперед, сука, не знаю.
сносил отсюда и все. А то рвешь там успел все, ракет поставить. Юка. 2-1. 3-1. Продолжение следует...
Блин! Нет, на сетку стараюсь. Я боялся, лёд попал. Хулиганы выиграют. Вроде нас хулиганы просто играют. Блин! Поднялся. 8-7. Точно хулиган? Видишь вообще? Хулиган, если б попал. Там я закрыл. 2. Я не то, что нельзя это отбить, но он прям давит. Нет! Как нет? Ну вот так. Ау. Ау. Ау.
подровнять. Можно? Откалибровать. Ленточками да, ограничить. Да ну, нет времени, думаю, такой вагон я решил уже выиграть. Так, сейчас? Ну, там вагона того не было. Ну, вызвать? Я тоже нет. Там было нет. Потом. Дайте микро. Нет, 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 точно попадал. Ну, нам еще не на одном соревновании один раз не будет. Нет, это я вам просто так не удачу. Ну ты вообще. Взял себя Позор нам, позор. Просто зря на первый шаг назад Дим при ударе. Да? Да. Спасибо, Антон. Почему не совет? Главный совет от СС. Должен прям упасть в ноги. Зачем все замечательно? Новатенький такой. Ладно, я нападаю, это известно.
сейчас вам нападать. Нет, спасибо. 4-5. Я так подам и обратно перейду. Окно. Убил гад. Нам ж не набежал, натянул. А то вышел бы и так. 5-5. Я тоже остыл. Слушай, иди. Ты кого? Это же страна. 8-6. Чуть поближе, но ясно, что будет только вот этот квадрат. Ну, нет. Второй удар, жестко. Первый, второй. 1-8. Я из этого угла вообще не понял. Выход эмоций, негатив. Так, что? 9-1. Просто прожектор ты таким закрепил. Ну что ты делаешь? Ну как, ну, пошел, мне-то под левую руку-то никак. Ну а мне всю диагональ как? Дойти. Я ж тебе не мешал его брать. Кризнул бы, что ты. Ну, если так понятно. Ничего не понятно, я не видел эти стены. Я даже моя линия была. Далеко. Ой, сколько? 24. Вот. Все правильно. И здесь где? Сверху где? Давай, Дим, пошли. А, слушай, да, я готов. Все, нас подготовили. Замариновали. Здесь камера. Ну что? А она без звука. Распространение порнографии? Не, она без звука. О, все. Я даже не знаю. Thank you.
Портнова. Да, Коль, туда бы я не успел добежать. На то и это расчет. Чего? 6-5. Ну там прям так случайно забил. А что там? Сейчас было бы, если бы не забил. Ну ты борешься со своими демонами. Да. Своими демонами. Ну вот Грин Димон аут. Что там кричит? Не видит. А потом, да, потом со мной сходит. Начинает. Я вижу. Ну, ракетка внизу, ракетка внизу, да, моргал. Ну, еще да. Без датчика. Ах ты, сова, сова. Да, скорее всего. Ну, 13-10, кажется. Да. Хорошо, правда, взял, так Коль попал. Пожалел. Да. А мы с тобой сколько набрали? Один? 10. Один? Один. Один, да. Какой другой шаг открыть? Это ж не от меня. Против чемпиона.
Так бы мог сказать, ну и... гладим. Еще раз. 2-2. Для меня начинается 3-3 стресс на этом розыгрыше, такой подачи. Я дальше, мне игра идет комом, понимаешь? Я не знаю, как тебе это объяснить. И если игра для одного из нас идет комом, то это значит, что мы как бы теряем преимущество определенное. Thank you.
Сыграем, да я пойду отдохнуть что. О, Лёш, а ты хочешь там поиграть? Со стороны? А ты будешь хорошо играть? Я? Нет, я не буду играть. Ты какой-то... А что там такое за совет? А у нас это... Мы... Я объяснил Лёшу, что красная майка. Это Антон, а не Костя. Надо переодеть майки срочно, Константин. Нет, я вас не надену. Отмотаешься. Нет, они будут путаться. Костя, будешь попросить. У нас вентиляция. Все, подойдем. Это на самом деле раньше Симон за 15 тысяч. С помойкой. А что, я вот так упал туда, потом упал на мою сторону. Так не нет. Гриш, а ты с нами будешь играть? С нами поиграешь? Вот Антон тебя ждал, знаешь, сколько месяцев. Да, давай. Вот он! А мы еще ни одной не забили? Да, можно. Давайте 3-0 откладываем, да. Я просто быстро один доиграет. Хорошо, пойду. Если хочешь просто играть, не верю. Блин, просто уйти надо. Да, думаешь, вам? Да, 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 там вообще без запаха. Первый турнир сразу выиграл. Так, 15-5, у вас... Не можно читать, да? Мама, было 8-4, когда Лёша подавал, а сейчас 10-5. А, правильно восстанавливаю. А, 5-10. 5-10, ты понял. Ставлю на 12. 12.
7 сюда. А у нас за 15. 13, 7, но... не 13. Ну они как-то здесь сюда чуть типа, выше вперед. Не надо. Лучше нам осталось сыграть нормальную. А что, вы решили такого составить? Тогда будем разыгрывать? Мы отдали. А. Нет. Смерть 10 точно. 10 за одно. 8. Тебе не надо высокую подачу подавать, блин, на Гришу. Не берешь. Ты если бы с таким корпусом, который отрабатываешь эти позорные плоские, там, да, отрабатывал бы коротко, никто бы ее в жизни не взял. Вот и все. Два. А у нас четыре, да? Ну,
7-13. Говори, куда ты будешь играть.
Какой счет-то? 4. 4. Переложи ракетку в левую руку, во-первых. Ну ладно, что, жалко, что ли? Конечно. А ты как будто не видел, Леш, там километр. Аут-аут. Там аут, думаешь, был? Да. 0-9. 0-0. Аут. Я понимаю, я... А потом, когда надо, ты поднимаешь, встал сразу, и все. Так, Да, я думаю, для Димы распад не сильно поменяет. Да, примерно вот так. Готовы? Это у тебя взгляд недобрый, Лёха. Я надеюсь, Антон сыграет. Ну, я тоже хотел. Я тебе прям отдал. Ну, сейчас ты как вынуху, да? Хорошо, ладно. Сначала Дим, потом я. Ну вот Руслан же подыграет. Антон?
жестче. Сколько еще? 1-2. А он приедет. Как Гришка, я сейчас быстро поплачу, бегаю, да? Он рожался, Паша. Кроссовки, да, переодел и сразу едет. Вот, Антон, ты перестанешь ходить в ботинок? А я пью этот кроссовок, покажу. Придай. Ладно. Гриша в кроссовках бегает. Спасибо за сейф. А, что там, ходи? Там, я думаю, два. Да? Да, я думаю, что это... Засиделся. Ну вот вам, обратно там. Так, 4. Как говорил Гриш, тут еще ты ее взял. Не, я хотел попасть. Таким уходом нормальный удар отрабатывал. Давай, вставай. Я нормально там, давай. Ну вот, вставай. Ну уже так делал, не пойдет. Нафига я туда встал? Ты потом эти удары из нормальных игр начинаешь использовать. Ну, надо просто поставить. 5-5. Да, 5-5. Лёшка дает хитрую подачу. Давай. 9-1. Лёш, что за мою твою пацану, мой удар? Мы сейчас слабы. Громко пожёстче, я забивал. Ты на сетке, а ты не жёсткий. У меня ракета тяжёлая. Чем у меня просто другой ракеты сейчас нет. А разогнать ты не можешь тяжелую. Ну ее тяжелее. Конечно, чуть-чуть. Ее вот на доли секунды, но тяжелее. Так, что у нас? 4, у нас 4, а у нас 9, да. Ну, а, все. Ну, мы хороший счет набрали. Не, мы сейчас побольше. Пара ошибок, спасибо. Мы же не работаем, мы грязь. Fair play.
Жаль. Свободный угол, все. Ей бочка. Да что такое? Дежавю такой. Да. Поле зашел, зашел. Ничего, поле. Ну что, выиграли? Да. Так, ну что, а сейчас ты кто с кем? Ну сейчас ты с Костей. А сейчас? Не-не-не. Не, нам надо уравнять команду. Там будет Николя. Тут у нас Ваня. Кто сидит? Да, у вас Ваня. Дима. Мы с тобой, а там Дима Коля, да? Микроскопический.
Я его не беру. Так, а что? 3-2. Ты что даешь? Я уже поздно к нему пошел. Вот он обида. Ай-яй-яй-яй-яй!
свет. Ну что, проиграли? Все? Время, все. Не надо, да все. Сейчас он поймет.